Привет, друзья! Мы катаем на лошадке. Этот день запомнится историей надолго. Потому что не только такие, как мы, смогли бы сделать так хорошо, как мы сделали, но и другие бы тоже. О чем вот это, спросите вы? Не знаю, отвечу я. Но тем не менее, мы куда-то едем. Посмотрим на карту. И даже правильно едем, смотрите. По навигатору. Цель поставили и едем. Классно же. По-моему, здорово. Смотрите, как река обмелела. На мост деревянный через реку все-таки построили. Затем скоро мы приедем к какому-то там стрелку. Самому меткому на Диком Западе. Интересно, мы правильно повернули или нет? Ну, типа, да. Но по факту нам... Вот в этот дом. Не очень красиво на самом деле снаружи это выглядит. Это что? Фонарик. Ты что сюда не провели? Вот это ничего себе. Катсцена. Hello? Привет. You a bounty hunter? Прямо сейчас нет. Белл, I'd like to talk to you about your Wild West days. I don't care much for reminiscing. Ну мало что ты любишь. You got any friends as bounty hunters? None that spring to mind. Ни одного не могу вспомнить. Well then you done led them boys here. Нашего привели их сюда. Эти охотники за головами. Я знал, что удача или поздно вернется. Get inside, I'll tell him you're gone. Я сейчас скажу, что вы ушли, но вы не. Я не раз не собираюсь. И бежать тоже. А драться? Но если против них, только я, то мы просто тратим зря времени и не трогать цели. Скажите, что я могу для вас сделать. Ладно. Я скажу ударь по этой штуке. Видел ушки? I got a contract here. For your life or your liberty. Хорошо, что я пришел не по поводу. Sooner it be liberty. That's mighty reasonable, мистер. Come here, let me take a look at it. Come on. Oh, come on. Давай, где детонатор? Stop just there. Now. Попадаем. Так. Пулемет наш. Штука, ребят. Меня победили, поэтому извините. До свидания. Пока.